24 года турецкая женщина Гюльсум выхаживает молодого человека из России, который в 2008 году попал под машину на трассе Анталия-Сирик. Люди не верят мне, удивляются. Но главное – любовь. Скажи, мама, мама, скажи, ну скажи, мама, мама. Все это время молодой человек прикован к постели, он ничего не говорит и мало что понимает. Это любовь. Без любви ничего не получается. Вот так нужно делать. Врачи собирали его тело по частицам. Шансов выжить у него практически не было. У меня в больнице лежала своячка. Мне кажется, что вы своим поступком и своим примером сделали гораздо больше, чем, может быть, многие-многие политики, дипломаты, вот доказывая дружбу между Турцией и Россией. И все-таки откуда у вас... Я вам скажу, это очень... Нет, серьезно, это... Мы очень сильно вам благодарны. Спасибо вам большое. Спасибо за тот урок мудрости, терпения, любви и веры. Спасибо. Если вы узнали в этом человеке знакомого вам, близкого, родственника, позвоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах.